Привет, зритель! Сейчас будет обзор малюсеньких ароматов на август. Прошлый месяц у меня на июль было что-то овер дофига, 14 флаконов. Тут всего лишь 4. И внезапно тот, который обычно используют, когда холодно. Но у нас такое лето, что холодно! У нас было какое-то время, что аж 14 градусов тепла было. Я сейчас открыла полочку, ткнулась, я думаю, надо еще какой-то аромат, который будет теплым. И рука потянулась к одному флакончику. Это подарок от подписчицы Люли. Остальные все уже так, давнишние. Far Away, Rebel, от Avon. Может быть, я им пользовалась какое-то время, то уж кажется, что я тут что-то вроде как чего-то тут, вот, наверное, пользовалась немного. Он мне сейчас напоминает Iris Noir от Ifraché, который давно уже снят. Secret de Sans серия была у них, по-моему, тоже уже снялась эта серия полностью. Iris Noir. А еще напоминает мой любимый аромат. По-моему, он еще там жив. Хотя не знаю, я на Ifraché очень давно не была. Сегодня с телефона лазала, чисто так глянуть новинки. После того, как Лёля написала Viber по поводу этих новинок летних. Я там давно не была и думаю, надо глянуть что-то такое. Вообще забыла про Ifraché, что он существует, сайт сам по себе. В общем, оно мне напоминает эликсир Bois Sensuel, который мне очень нравится. Это ifrachéвская такая туалетка, точнее парфюмка очень такой. На лето он тяжелый, но на зиму, в общем, когда дубак, очень хороший аромат. Вот. У нас, конечно, сегодня было теплее, чем иногда бывает, но холоднее, чем вчера. Но вот мне кажется, он и на лето пойдет. На холодное лето он пойдет. У кого-то теплое лето, у кого-то холодное лето. Ну, местами бывает и теплое. В общем, очень классный аромат. Я вот сейчас нюхаю, понимаю, что он мне пойдет на август. Это еще расскажу. Far Away Rebel Avon. Такой вот красивый флакончик. Ближе к фиолетовому, даже напоминает турмалин. У меня где-то есть маленький камушек турмалина. Вот. Ну, не то чтобы маленький такой. Не сказать, что приличный размеров, но камушек турмалина у меня существует. Сейчас поняла, что у меня цвет ногтя вот этого сочетается с этим флакончиком. И даже розовый цвет ногтей тоже сочетается с флакончиком. Кстати, оба лака. Вот этот подарок от подписчицы Лены Минстер и Москва, а вот это был подарок от другой знакомой Лены. Не Минск, не Москва, но слушайте, такой красивый цвет. В общем, это у меня на август. Тут, наверное, три аромата, которые как бы хотят, чтобы их уже доделали, потому что некоторые из них куплены очень давно. Вот эта вот парочка, может быть, даже с 2014 года. Но вот эти варианты, это Ifraché, оба, кстати, я очень много раз повторяла вот это именно духи, они мне в подарок приходили, очень много раз я разным людям раздаривала и себе оставляла, вот последний остаточек. The Word, в общем, чайное дерево от Ifraché, это одеколон считается, тут 125 мл изначально было, сейчас уже, конечно, меньше, это кенийская вода. По-моему, она уже тоже глубокая снятость Ifraché. Она, помню, у них снималась, появлялась, появлялась. Ну, я не знаю, вот не видела на сайте. Она может специально зайти и глянуть, есть ли она или нет. Ну, или вы, если что, в комменты дайте знать, типа того, что Лёля, она еще есть, либо нет, ее уже нет. И вторая такая же кенийская вода, тоже той же серии, только уже вербена. Пахнет таким леденчиком, как дюшес. У них, конечно, были, кстати, в Ifraché переиздания много раз. Утро в саду, чайное дерево и вербена. И сейчас какое-то там у них переиздание, чайное дерево и вербена. Ну, я не знаю название, я не пробовала их новое переиздание. Мне как-то... У меня, в принципе, есть. Была вербена от утра в саду, но надержалась на мне ровно 20 минут. Я даже на iRecommende писала отзыв, кажется, на эту тему. Вот это чайное дерево, у меня, не знаю, есть сейчас или закончилось уже. Ну, короче, было утро в саду, тоже чайное дерево, но оно немножко другое по аромату отличается. Но оно как бы более стойкое, чем, допустим, вербена. Вот эти кенийские воды, они хорошие, стойкие по аромату, на самую жару очень хорошо. Летом я их использовала уже годами, так как
спрей для тела иногда по большей части. Вот жарища такая, градусов 30-35, да даже если 28. Прыскала я с ног до головы на себя. Иногда просто в течение дня дома, чтобы освежиться именно самим ароматом. Очень классный. И вот этот, не знаю, закончатся они у меня в августе или нет. Вот натуралька у меня закончилась в июле. И была в предыдущем ролике в пустых баночках. Но вот вдруг кто-то из них закончится. Если закончится, то будет в пустых баночках августа. И вот, возможно, не совсем в тему. Тут, ну, близко к этому. Тут зеленая такая гамма. А тут у нас фиолетовая такая немножко. Это у меня сирень. Мне как-то подарили. Какая-то русская фирма. Она была без коробочки уже. Но сирень. Моноаромат. Я его весной пользовала. Не помню, возможно, в начале лета. Может быть, он у меня был даже заявлен на июль, честно, не помню. Но вот я сейчас чувствую такой сладкий аромат. Теплый, сладкий аромат и сирени, и что-то еще. И оно мне почему-то роднится с Ифраше и Риснуаром. С Ифраше эликсир Буассенсуэль и с Эйвон Фараway Rebel. В общем, вот у меня в этот раз 4 только аромата на август. Но я думаю, что их вполне хватит. Вот я тогда как бы намечала 14 ароматов. Я, конечно, ими пользовалась, но по большей части пользовалась уже в итоге натурелью от Ифраше, которая закончилась. Ну, теперь вот у меня будет 2 Ифраше, Иван и что-то русское. Всем спасибо за просмотр и всем теплого лета. Пока!